Так, погнали сегодня. Ой, сейчас я быстренько отыграю, у меня там на газу пельмешки стоят. Так что быстренький такой летсплей и потом кушать пойду отдыхать после работы. Уже летсплей стало, несмотря на то, что я так мало пока еще записал, стало такой полуработкой бесплатной. Ладно, погнали, Slayer. Сегодня я не разминался. Ну, давайте разомнусь с Каем Киски. Пару раз ему профукаю. Потом посмотрим, с кем еще я сыграну. Слэйр говорит: не бойся, я поддамся тебе. А Кай Киски что-то там про свой священный орден. Попробуем, конечно, его загасить сегодня. Но у меня такое чувство, что это получится не лучше, чем там вчера. А, ну не вчера, но в предыдущий раз. Но попробовать все-таки стоит. Все-таки это мой извечный противник. В принципе, по компании они... Slayer с Каем как-то не очень враждовали. Просто такие взаимные отношения, понимания всего происходящего у них царили. Гармония и согласие. Но, собственно, не в компании. Не в компании, он мой, блин, чуть ли не главный враг. Иногда его уделываю, конечно, но это... Как бы и от настроения зависит, и от настроения АИ зависит, как они там себя ведут. Ну, сегодня что-то он прям вообще бодрый сильно, я сильно какой-то мутный, совсем не могу удар нанести. Это жесть! Во-во, пошла моча по трубам. Блин, пропустил целых два, три, блин, да что такое? Прямо ему под молот дамоклов меч, блин, попадаю. Как это понимать вообще, где баланс? Где хваленый баланс Ассенткора? Тут ты! Ну ладно. Сухую два раунда пропукал. Ладно. С солом я сыграю еще. Раз уж на то пошло, с оригинальным. Блин, мысли о пельмешках отвлекают меня. Но это, опять же, всего лишь оправдание. Блин, кусок говна. Он слишком силен. Ну, не так силен, как Кай Киски. Он значительно слабее Кай Киски, но у него тоже есть такая херня, как тысячекратные воздушные комбо. И иноземные комбо тоже, блин, тысячекратные, блин. И пара атак, которые прошибают на всю карту. И тупников много, про которые я говорил еще когда в летсплее, после того, как я с Джонни бился. Блин, ну я мог же его уделать, но что-то вообще не идет сегодня, не катится. Уже как бы плевать на все. Нож свой получил, блат мой, мне посрать. Профукаю я там кому-то фаничий Guilty Gear или нет, как я уже говорил, денег мне ни за победу, ни за проигрыш не заплатят, не отнимут. Так что мне в целом пофиг, что произойдет. Началось, а блин. Пукан свой спрячь. Как-то так. Ладно, у меня еще есть шанс ему закатать, чтобы уж совсем не позорной смертью подыхать. Вот что интересно, если он начинает серию своих вот этих вот огненных атак, то она у него идет в любую сторону. То есть вот эти прыжки я не люблю, просто ужасная херня. Греби, кусок свиньи. Эх ты. Если ты главный герой, то это не значит, что я тебе могу профукать много раз подряд. Или могу? Пофиг, я его уделал. Он не так силен, как Киски.
Ладно, с кем я там... О, вот с этой еще бабой, но она довольно слабая. Хотя я ее не видел в полной силе, как бы, не знаю. Посмотрим сейчас перед вами, она будет раскрывать свой потенциал мясной. Или нет, или я ее закатаю, как свинюшку. В рулет мясной. Или из кого там делают рулет? Из говядины? С коровок? Ну, она такая, как бы, худенькая, но тупая. Ну, смотрите, шарит что-то. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Тише, женщина, знай свое место. Да, я маленько шовинист, конечно. Как и расист со степени в 19, наверное. Ладно, нормально, в общем, я ее уделываю, как и обычно. Жаль, нету тут, конечно, Джастис и Клифа. Бонусных персонажей из серии Лавади, да. Но она, кстати, прикольная такая, немного больная женщина. С интересными плюшками. Это, кстати, бонусный характер, хотел сказать. Ну, сказал, что персонаж из Исуки. Васин Кори, он тоже есть, она. Блин, фига себе, у нее удары такие же, как у меня по мощам. Но не все. Смотрите-ка, могу раунд профукать. Если буду в таком же духе ей просирать, то у нее ключ. Будь здоров, сатана, он светится, какая. Глаз светящийся один выбил другой паладин. Блин, скотина, ты мне все, весь триумф рушишь. Фееричный триумф. Дай мне тебя уничтожить. Да что ты, блин, будешь делать? Один миллиметр остался и выиграл меня. Что-то вообще не прет сегодня. Еще и теншн себе подняла. О, пойдет сейчас, блин. Фига себе, у нее пукан рванул. Как бы у меня сейчас не рванул, короче. Ну давай свою камбуху. О, отлично, прервал ее маленечко. Фига себе, она дрочит меня. Я еще ни разу не проигрывал ни одного раунда. Вы представляете, сейчас я... Короче, два раунда запарю, походу. Сосредоточиться, сосредоточиться. Нет, нет, нет. Ха-ха, вот так-то. Ладно, давайте еще один, а то у меня, по-моему, там водичка уже закипает. А, с кем я еще не бился-то? О, с Эдди я не бился, блин, ну это жирновато. На следующий раз его оставим. Профукаю Потемкину. У вас у меня такая полоса, удача пошла. Профукаю разок, чтобы так смертью начал, смертью закончить. Чтобы все логично было. Чтобы все было логично. Но вот это совсем уж неприлично. Блин. Как мне сегодня вообще не прет. Вы видите эту фигню? Это нереально. Нереально его закатать. Вот как ни старайся, это все херня, блин. Эй, фу, блин, да как так? Я был так близок к победе, грёбаный Потёмкин, солдафон, не зря его учили хорошо. Сколько ему лет, интересно? Мне 1000. А ему... Кукан, держи. Тьфу ты, да как он долетел до меня? Я же все рассчитал. Ты, говнюк, хватит мои атаки в воздухе прерывать. Ааа, son of a bitch! Get this, motherfucker! Bitch! Got me, you bitch! Он такой большой, что я успеваю его вшатать еще, пока он падает. Блин, ну это несправедливо, вы смотрите-ка! Да твою мать, ну ладно, справедливо, я в принципе ожидал, что я профукаю. Ладно, на сегодня пауза.
Так, ну и коротенький такой сингалонг, ну как коротенький, 5 минут слишком. Detroit Metal City Mao. Ну, в общем, погнали. Mao, Mao, 神も入れ
Bruce Lee.